Приветствую всех на своем канале. Испечь вкусный пирог – это легко и просто. Сегодня будет рецепт открытого пирога. Испечем киш с оливками и колбасой. Если вы еще не подписаны на мой канал, не забывайте подписываться, а также ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для приготовления нам понадобится для теста сливочное масло, желток, мука, сахарная пудра, сливки и соль. Для начинки оливки без косточек, копченая колбаса, яйца, сливки, черный молотый перец, соль и зелень петрушки. Начнем готовить с того, что замесим песочное тесто. Сливочное масло предварительно заморозим в морозилке, затем его мелко нарезаем. В миску высыпаем муку и сахарную пудру. Добавляем сливочное масло. И сразу вымешиваем. У нас должна получиться вот такая вот кружка. Затем добавляем желток, сливки и солим немного. Вымешиваем тесто. Оно должно в итоге получиться у нас мягким и пластичным. Убираем готовое тесто в целлофановый пакет и в холодильник. Сами в это время займемся начинкой. Для этого нарезаем колбасу кубиком. Колечками нарезаем оливки. Готовое тесто выкладываем в форму для выпекания. Прокалываем обязательно дно вилкой. Выкладываем оливки и колбасу. Яйца хорошо взбиваем вилкой со сливками, перцем и солью. Заливаем этой смесью начинку. Выпекаем в духовке при температуре около 200 градусов, приблизительно 40 минут. Наш пирог готов. При подаче украшаем его листочками петрушки. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!